Всем вспомогательным группам полиции. Поступило сообщение о преступной активности на Росс-стрит и Верфяном проезде. Группа мусорщиков во главе с Еленой Сидоровой напала на бездомных. Преступники вооружены. Власти Найт-Сити объявили вознаграждение за устранение угрозы. Перекрыть! Не орите меня!
она не моя. Это металл. Что с твоими имплантами? Они как бы недоделаны? Без разницы, доделаны они или нет. Бхикшу никогда не модифицирует свое тело. Это противоречит обетам Пратимокши. И они знали об этом. А теперь мне нет пути назад. То есть импланты тебе поставили насильно? Не только мне, еще и моему брату. Нас усыпили и отняли у меня тело. И они насмехались надо мной. Как можно так поступить с живым человеком, а потом насмехаться? Я не понимаю, какой смысл это делать? И кому это надо? Мы, как обычно, собирали подаяние, и вдруг нас окружили эти... Они смеялись, спрашивали, не хотим ли мы импланты, как милостыню. Они были не люди, а какие-то киборги. Говорили, что хорошо бы нас доработать, как инструменты. Мальстрём. А где тот другой монах? Он у них? Да. Меня изувечили первым. А потом они стали думать, что сделать с ним. Может, ты сумеешь найти с ними общий язык? Умоляю, убеди их отпустить моего брата. Может, еще не поздно. Я не хочу, чтобы его постигла такая участь, как меня. Ладно, помогу. Только предупреждаю сразу, без драки не обойдется. Мальстрём не любит шутить. Должен быть другой путь. Помоги нам, пожалуйста. Только умоляю, не проливай крови. Посмотрим, как пойдет. Но так или иначе, брата твоего я вытащу. Не знаю, как тебя благодарить. Ищи склад к северу отсюда. Там держат моего брата. Он у дороги, что идет вдоль пристани. Что происходит-то? А? Во-во, знаю, давайте его закрутим винтовки вместо рук.
Прикиньте, Жека будет, когда он заберется в пассат. Может, он потом создаст школу для буддистов-снайперов? Монах нового поколения! Цельнометаллический! Не надо. Дхарма принесла мне мир. Не отнимайте это у меня. Еще раз откроешь пасть, я тебе язык отрежу. Значит, вот где они держат этого монаха. Прекращаем поиск, только время тратим. Не делайте. Моя вера запрещает мне импланты. Я не хочу. Не бойся, никто тебя не тронет. Я не с ними. Тогда что ты тут делаешь? Что случилось? Вовремя я успел. Ты как тут? С тобой что-то сделали? Мне повезло. Они не могли решить, какие модификации будут смешнее. Сука, банда киберублюдков. Один предлагал выломать мне челюсть. Даже думать про это жутко. На мое счастье, он не успел. Кого мне благодарить за твое вмешательство? Ну, я мимо проходил, услышал тупые шутки про металлических монахов. А Мальстрём так просто не шутит. Ха. На самом деле, меня прислал твой брат. Он не хотел, чтобы с тобой случилось то же, что и с ним. Благодарю тебя. И в особенности за то, что никто не расстался с жизнью. Следуй далее по пути мира. Сколь бы ни были ужасны поступки этих чудовищ, не нам решать их участь. Как скажешь. Как вы попали к мальстрёмовцам? От них же надо бежать, как от чумы. Мы не здешние. Путешествуем из города в город. В Найт-Сити пришли недавно. Еще не успели узнать, чего тут опасаться. Разве монахи не живут в монастырях? Некоторые живут. Но мы с братом из общины, что исповедует одно из самых ранних учений Будд. У нас интересная жизнь. Мы встретили многих необычных людей. Я уж вижу. Твой сарказм ни к чему.
Мы знаем, что мир полон опасностей. Но без риска можно так и не увидеть ничего дальше ворот своего дома. Уверен, ты понимаешь. Твой брат ждет тебя. Он тут рядом, на площади. Сейчас я дух переведу и пойду к нему. Теперь мой черед его спасать. I like Clint.
I was planning on going myself, but I figured there's no point. I mean, after all, it's nothing but high-quality forgeries. What? You mean you think they keep any art on Earth? No, from Picasso to Da Vinci, Pickman to Mapplethorpe. I've been told they've been taken to a secure vault on Luna. Why? Well, that's unclear. Reportedly, it's because after the Fourth Corporate War nearly brought an end to civilization, some of the richest people on Earth got together and made an insurance policy. Let's cash in on his insurance policy. Ви, есть заказ, но такой, что лучше бы его не было. Может, помнишь, Брайса Стоун? Его сын из Ярски убил. Единственная возможность поймать тварь, которая это сделала, найти брейн-дан с записью убийства. Да, что, кроме да ты все верно понял, к сожалению. Ну, подробная инфа не спит. Ты умный. Может, мне сразу все мозги замкнуть?
Сити. Ну что, как день проходит? Похоже, Люциус Райан сохранит за собой кресло мэра еще на 4 года. Опросы показывают, что Райану беспокоиться не о чем. Свой голос ему готов отдать более 60% горожан. Видимо, его сопернику Джефферсону Пирайсу придется искать новую стратегию. Что, найдите, все узнаем. Хотите стабильность еще на 4 года? Да не, где поехавший киборг лезет насиловать бабку, а потом ножом ее щекочет. И зачем ты это говно смотришь? А я вот люблю позырить на обвисшее дряблое мясо. У меня прям такой стояк, будто херы сару. Перед тем, как он... А ты как думаешь? Иначе будет все равно, что подушку режут. Ага. Так, беру по кадру. Усиливаю боль и привкус железа во рту. Молоток, Фредди, быстро схватываешь.
Запах пота надо вырезать. Не-не-не, оставь. Некоторым как раз нравится. Давай две версии. С потом и без. Хорошая мысль, пап. Отличная работа, Ви. Надеюсь, теперь найдут мудака, который снимал весь этот кошмар. Заказ закрыт. Привет, хочешь подработать? Мальстрёмовцы угнали у Малориона фургон и держат его у себя в убежище. Я тебе кинула адрес, езжай туда и забери из фургона щепку. Короче, укради краденое. Хочешь подробности, посмотри письмо.
я не понял, что он не слышит. Думал, игнорирует и... Ну, как это сама хлестнула? Спасибо за чип. Я найду, куда его пристроить. Заказ закончен.